Ну что, друзья, у нас очередная рыбалочка. Вот вчера был, получается, сход был, и поклевка еще одна холостая. Сейчас находимся около кумы, на этих косах, как бы тут полазить. Не знаю, посмотрю, может, на одной только косе буду стоять, может, попередвигаясь. Ну, что-то передвигаться в такую жару, что-то мне не хочется. Я вон весь мокрый, пока дошел в костюмчике. Ничего, сейчас в воду запрыгну, будет нормально, прохладненько. Ну это вообще, блин, пока дотопал, это вообще как бы так вот. Народу вообще нет никого, рыбаков нету. Как бы так вот. Здесь, вот в этом году, пробуя здесь, получается, около развилки, получается, все равно здесь, ну, чувствуется, что судачок побольше, конечно. И вот здесь было, что и там поклевок побольше, и на развилке пока что за все, что было вот рыбалки, получается, самое большое количество, две поклевки было. Здесь, по-моему, до 5 или до 6 доходило поклевок, как бы так вот. То есть судачок тут побольше. Ну, тут зацепов, конечно. Ох, ох, сколько зацепов тут. Как бы так вот. Ладненько, что, ребята, погнали. Ну что, ребята, судак вообще категорически против. Даже намеков на поклевку нету. А жерех вот, получается, ниже периодически колотит. Вот не знаю, может, правда, сдвинуться, по жереху оторваться, попробовать. Ну, не постоянно бьет, но, тем не менее, видны всплески. Нет-нет, да шлепнет. Уже резину всякую разную уже пробовал уже. Зацеп тут какой-то цепанул конкретный один. Ну, чья-то леска, по ходу дела, была. Дергал-дергал, оторвал ее. Или леска, или шнур, фиг поймешь. Ну, в итоге... прочно сидел. Думал, все, наживки, кирдок. Как бы так вот. Блин, жарище на улице, конечно, вообще. Вначале пришел ветерок, дул. Сейчас уже и ветра нету вообще, блин. Ну, я так, на камушек сел в воду. Как бы... более-менее еще. Под берегом тут зацепы есть. Тут как гряда идет небольшая. Ну и поклевки тут. По щуке раньше точно помню, что тут гряда вот такая вот есть. И за этой грядой щука цапала. Что-то я сегодня уже задолбался подправлять крючки. То ракушку выцепишь, то еще что-то. О, тоже, кстати, тема подправлять. Я по карманам порылся, что-то в соседнем кармане нашел. Точит офигенски. Фу, на улице, конечно, душновато. Во, совсем другое дело. А она жала, аж видно, что как будто по камню попал. Не айс, жало было. Ладно, погнали далее, ребята.
Ну, в воде так сидишь более-менее нормально. В жопе холодно, и ладно. Жерех периодически выбивает. Нет, нет, да, видно или слышно. Ребята, поклевка была только что. Аж, блин, рука что-то аж затряслась. Короче, ну далековато взял, получается. Метров, наверное, 50, наверное, от меня получается. Где-то вон там, вон. Там как бы идет на меляк и погружение глубже. И вот на погружении как раз с меляка вот удар и вдогон шел. И аж откинуло. То есть не рывком, как бы поклевкой такой, а просто как откидывает такой вдогон. Просек его, чуть-чуть почувствовал, короче, и он в сторону срыгнул, как бы так вот. Уже более приятно. Надыбал, узнал, где он там. Вот будем сейчас пробовать его там, где-то там заловить. Единственное, я там зацеп дергал уже. Но отдал этот зацеп мне, наживку. Не, сейчас получилось чуть-чуть правее. Ребята, все-таки что-то я там надыбал. Судак. Так, так, так. Фрикцион плохо крутится. Да хороший. Тоже вдогон шел. Аж назад отлетел я. Чуть не рухнул, блин. Фу. Тихонечко, спешить не будем. Правда, тут зацепы. Да хороший, блин. И не хочет показываться даже. О. Нормально вроде бы сидит. Верхнюю губу пробил ему. Ну, такой где-то в районе двушечки. Фу. Да, двушечка где-то. Фу. Дай-ка я его лучше возьму. И как тебя взять-то? О, родимый мой, родной. Фу. Ну, залетел поклевкой такой. Это красота. Ну да, двушечка будет. Вот это красавчик. Блин, ну ради этой рыбки можно стоять, вот маслать, а потом поклевочка. Эх. Да, двушка где-то. Фух. Я его сделал. Фух. Жирный такой. Хотя уже давно без икры. Ну, сейчас, наверное, фух, отожрался уже, наверное. Может, даже и самец. Плюс долго стоял на икре, сейчас отжирается. Тихо, нафиг. О, аж зашевелился. Фух. Фух. Ну, поклевка аж такая, блин. Но вдогон как бы шел, потому что сразу на меня пошел. Фух. Ладно, что еще? Постоим еще, минут 30 еще есть. Солнышко еще, вон, начинает только заходить. Единственное, что с той стороны, получается, гроза заходит. Может, надо будет и пораньше свалить отсюда. Ну, а взял, ребят, вот,
20-ка груз и резина такая вот. Правда, стянул его. О, поправить чуть-чуть. Единственное, что я сниз срезал, что-то мне не нравится, такой широкий был. Я раньше на широкий ловил, сейчас что-то более узкий предпочитаю, то что чуть-чуть побыстрее они падают, медленнее зависают, как бы. И 20-кой обстукивал. Ну что, мошкара начинает одолевать, аж, блин, в глаза лезет везде. Но я спрей взял, сейчас надо брызнуться чуть-чуть. Ребята, смотрите, гроза заходит, такая, походу, дело сильная. Видно, вон гроза заходит, короче, уже ближе все становится, как бы так вот. Ну что, ребята, как бы ловил две поклевочки один раз, ну вот стукнул он, ну я его почувствовал немножко, но буквально там полметра, там буквально там протянул его, даже не могу сказать размер, крупный, не крупный, как бы так вот. Ну, а этот где-то двушку, ну, я напишу в описании, как бы, так вот, сколько весит. Фу. Сейчас освежился, уже свежо, так хорошо, классно, как бы так вот. Ладненько, что, ребята, до новых встреч, всем пока.